Так ты не злишься на меня за то, что я когда-то убил тебя? Не говори глупостей. Король Лич заранее предупредил меня о том, чем закончится наша встреча. Он знал, что я убью тебя? Конечно. Он выбрал тебя своим защитником задолго до того, как появилась плеть. Если он столь всемогущ, то почему позволяет повелителям ужаса командовать собой? Они служат тем, кто создал нашего властелина, огненным повелителем Пылающего Легиона. Какого легиона? Пылающий Легион. Это могучая армия демонов, уже покорившая множество миров. Теперь они хотят придать огню этот мир. Наш повелитель был создан, чтобы подготовить пришествие Легиона, а повелители ужаса надзирают за ним. То есть чума в Лордероне, цитадели в Нардсколе, бойня в землях эльфов — это все приготовление ко вторжению каких-то демонов? Да. Со временем ты поймешь, что вся наша история — лишь репетиция грядущей войны. А теперь идем. У нас много дел. Не пора ли мне узнать о второй части плана, Лич? Пора. Итак, по воле короля Лича, мы сделали первый шаг. Создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять пришествию Легиона. То есть войска Лордерона и высших эльфов. Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов, который начнет вторжение. И куда мы направляемся? Неподалеку отсюда расположен лагерь орков из клана Черной Горы. На его территории находятся демонические врата. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него дальнейшие указания. Ледяная скорбь жаждет крови. Смотри, ледяной змей. Эти драконы — любимцы короля Лича. Он хорошо послужит нам. Исполню с радостью. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Говори. Что-то не так? Исследование завершено. Призыв завершен. Регион послал мертвецов, чтобы испытать нас. Вперед! За клан Черной Горы!
Мы орки, истинные слуги Пылающего Легиона. А эта безмозглая нежить — оскорбление для наших хозяев. Твои воины не справились, дикарь. Мы сотрем вас с лица этого мира. Будь осторожен. Он уронил какую-то книгу. Она магическая? Это демонический фолиант. Без сомнения. Такие же книги есть и у его товарищей. Я уже встречал орков, поклоняющихся демонам. Какую роль они играют во всем этом? Это очень сложный вопрос, юный рыцарь смерти. Достаточно сказать, что они больше не нужны легиону. Нужно больше предначертанное. Да, повелитель. А, наконец-то. Нужно больше так-то золота. Так-то лучше. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. 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 Ледяная скорбь завершён. Призыв завершён. Призыв завершён. Так-то лучше. Призыв завершён. Так-то лучше. Призыв завершён. Наконец-то. Трусливое создание. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Ледяная скорбь. Что еще? Никто не смеет мне приказывать. Исследование завершено. Наши войска атакованы. Наконец-то. Не надейся на быструю смерть. Трусливое создание. Не надейся на быструю смерть. За короля лича. Ледяная скорбь жаждет крови. Этот лагерь преграждает путь к демоническим вратам. Перебей орков. Чтобы я смог связаться с повелителем демона. Будет сделано. Недостаточно вам. Так-то лучше. Говори. Будь осторожен. Исследование завершено. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Недостаточно вам. Ледяная скорбь жаждет крови. А твои страдания сломаны легенды. Наши войска атакованы. Жажду служить.
Наши войска атакованы! Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Ледяная скорбь жаждет крови. Улучшение завершено. Где бродится? Улучшение завершено. Улучшение завершено. Исследование завершено. А, наконец. Ты узнаешь, что такое боль. Ледяная скорбь. О твоих страданиях сложат легенды. За короля Лича. Ледяная скорбь. К твоим услугам. Решающий выбор. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. К твоим услугам. Так-то лучше. Нужно больше золота. Исследование завершено. Трусливое создание. Ты узнаешь, что такое боль. Ледяная скорбь. С дикарями покончено. Демонические врата в твоем распоряжении, Лич. Наконец-то. Что-то не так. Услышь меня, Архимонд. Верный слуга просит твоей аудиенции. Ты звал меня, жалкий лич, и я явился. Ты Келтузад, не так ли? Да, великий Архимонд, это я призвал тебя. Прекрасно. Тогда найди особую книгу, последнюю уцелевшую книгу заклинаний Медива, последнего из хранителей. Только его магия способна перенести меня в ваш мир. Где нам искать эту книгу, великий Архимонд? Отправляйтесь в город смертных, что зовется Долоран. Книга хранится там. На закате третьего дня ты начнешь ритуал призыва.